Тюльпаны – многолетние травянистые луковичные растения семейства лилейных. Они заслуженно пользуются широкой популярностью и распространены во всех странах с умеренным климатом. Тюльпаны являются наиболее красивоцветущими среди весенних цветов и к тому же относительно неприхотливы в культуре. Бахромчатые тюльпаны – отличительная особенность этих тюльпанов, игольчатая бахрома по краям лепестков, напоминающая иней. Высота тюльпанов может варьироваться от 50 до 80 сантиметров. Окраска цветков встречается самая разнообразная, от белой до фиолетовой, кроме черной. В зависимости от того, какие классы тюльпанов использовались при выведении того или иного сорта бахромчатого тюльпана, различаются размеры цветка, сроки цветения и назначение растений. Так, сорта, полученные от скрещивания с дарвиновыми гибридами, имеют те же сроки цветения и часто используются для выгонки. А бахромчатые тюльпаны, полученные от скрещивания поздних тюльпанов, дают прекрасную срезку. Выделить какие-либо лучшие сорта бахромчатых тюльпанов невозможно, каждый из них неповторим. Сан-Клементе – пурпурно-лиловый, высота растения 35-40 см. Местоположение. Участок должен быть расположен в солнечном месте и защищен от ветра. Важно, чтобы он не имел неровностей, в которых весной и осень будет застаиваться вода. Это может привести к вымоканию и загниванию луковиц. Почва. Тюльпаны. Растения довольно неприхотливые и могут мириться с любой садовой почвой. Но наилучшей для них является рыхлая, хорошо дренированная, умеренно увлажненная, Т.Е. суглинистая и супесчаная почва с нейтральной или слабощелочной реакцией. Тяжелую суглинистую почву можно улучшить добавлением песка и торфа. Посадка. Тюльпаны высаживают осенью, когда температура почвы на глубине 10 см опустится до 9-10 см. В средней полосе это вторая половина сентября, начало октября. Глубина посадки для садовых тюльпанов 15-20 см, ботанических – минус 10 см. Расстояние между растениями 10-20 см. Луковицы садовых тюльпанов нужно выкапывать каждый год. Место посадки тюльпанов лучше менять один раз в 4-5 лет. Размножение – луковицами-детками при выкапывании. Использование – для озеленения – на срезку. Тюльпан бахромчатый Сан-Клементе – это многолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок. Тюльпан прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. По типу ствола тюльпан бахромчатый Сан-Клементе можно отнести к группе обыкновенная. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. Расцветает тюльпан бахромчатый Сан-Клементе в месяц май-апрель. Лист этого прекрасного растения по форме линейный. Обратите внимание, что тюльпан бахромчатый Сан-Клементе – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.